Здравствуйте, уважаемые зрители. Высокогорье без варваров так же неинтересно. Без руинок. О, у нас слоняшки. Ну, это выглядит как высокогорье в волю. Блин, люксы все какие-то конченые немножко. Угу. Давайте рабочего сразу. Чуд нашли, отлично. А, вон моя коняшка, да? Пока не могу купить. Снизу, кстати, ГГшечка может быть. Соседей пока не видно. Еще по люксам 3, да? Вон он. Мару-ку-ку-ку. Давайте вот так тогда. Давайте еще раба. Не, давайте вообще вот эту фигню построим пока. За 5 ходов, за 4 хода построим. Может, даже вырасти успеем. О, скаут. Четыре, 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 отлично. Сюда, сюда, сюда. Скаут нужен будет еще посмотреть Теру потом.
Там после клепает. Мне надо снизу будет посмотреть. Поехали. Пойдем вниз посмотрим, может, что-то какое найдем. Нашли, кстати, меха. А он там святилище, что ли, построил? Ничего себе. Там тратик, да? Интересный выбор. То еще город на 8 дефа. Он, наверное, я думаю, что я к нему никогда не приду, да? Нет, конечно, классно придумал. Так, мне бы потом пирамидки заказать, да? Давайте потом пирамидки. Лучше ливнул, что ли? Нет. Так, что по железкам там? Какие коняшки, ребята? Тут челик просто сдохнет от колясочек и метколуков.
Сюда и сюда поставим. Пик. Ну, давайте тут чопать уже потихонечку. О, тут мрамор еще. Еще сюда тогда бахнемся.
Что там армии нет. Он, наверное, думает, что сможет рабат задефать, но у меня для него плохие новости. Пойдемте тут пока чопать. Давайте тут сыт пока. Ну все, проиграл. Ничего он уже не сделает, все это конечное.
Что тут уже можно сделать? Ничего тут уже нельзя сделать. Все, ГГ. Он проиграл. Ну, все, один город остался, чё? Ничего он там не отдефается в один город. Просто вот эта вот машина вся пойдет сейчас дальше, и как бы и все.
ГГ. Да, конечно, ГГ. Чё ты будешь тут с 20 молотками делать в один город? Совсем, что ли? Давайте посмотрим, что там было. Уйди. А, он там садик еще клепал. Ну, кстати, у него кера посильнее, чем у меня. Рабат, конечно, конченый. Нельзя такие города ставить. Если бы он хотел играть в Традик, ему нужно было бы вот по этой вот линии выставляться. То есть город сюда. Вот этот проходик держать. Город сюда. Но сюда капец далеко. Ну, короче, Традик тут вообще не играет. С такой расстановкой гор. Давайте посмотрим. Ну, больше нет игр. Ладно, всем спасибо. Пока-пока. Может, еще почилим.